С нами на связи Роман Свитин, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ. Роман, здравствуйте. Приветствую. Всех интересует, конечно же, как повлияет на ход войны возможное освобождение Херсона. Мы сейчас официально еще пока до сих пор ничего не знаем. Но если предположить, что освобожден Херсон, как это повлияет на ход войны дальше? Да, зашла информация о том, что вышли российские войска справа на левый берег, выполнили отход, подорвали Антоновский мост, и сейчас происходит зачистка от оставшихся россиян правого берега украинскими войсками. На официальное подождем, если не будет впереди паровоза бежать. Повлияет выход наших войск на правый берег Днепра. Для россиян это довольно-таки неприятное с военной точки зрения обстоятельство. Почему? Потому что правые берега по закону Берры из-за силы Кориолиса, правые берега рек в северном полушарии, они выше, чем левые. А это очень хорошая позиция для контрбатарейной борьбы. Практически любая батарея с хорошим контрбатарейным радаром, она будет в выигрыше в этой борьбе. И, в принципе, есть возможность задавить российскую артиллерию на левом берегу. Как бы они ни окапывались, как бы они ее не прятали, но так как правый берег выше, у нас, тем более, натовская особенно артиллерия дальше на 5-7 километров работает, чем старая советская. Потому есть вероятность того, что левый берег на глубину где-то 25-30 километров будет армейской артиллерией зачищен от россиян, от российской арты. А наша дальняя арта, артиллерия СЗОшная, она отработает на глубину до 70 километров. Но глубина 70-80 километров, на которую может работать «Хаймерсы» ракеты М-31, это примерно уже вход в Крым, то есть мы сможем контролировать дороги сухопутные, и, которые идут из Крыма на левый берег Херсонской области, левый берег Днепра. Потому мы попадаем сразу в очень выгодную позицию для работы арты и для зачистки на глубину от 50 до 70 километров левого берега. Это сходу. Это открывает нам, во-первых, дорогу к тому, чтобы начать деоккупацию левого берега уже и с левой стороны из-под Запорожья, так как части, которые освободятся, украинские части, несколько десятков тысяч человек, которые освободятся с правого берега, они будут перемещены на левый район Запорожья, и можно будет уже из-под Васильевки, Орехова, Гуляйполя то наступление, которое очень давно уже готовится, россияне о нем прекрасно знают, начать движение в сторону Мелитополя. И тогда с правого берега Днепра и при выходе на Мелитополь уже с левой стороны начать брать в так называемое оперативное окружение уже левобережную группировку российских войск. Этому поможет второй удар по Крымскому мосту. Разрушив Крымский мост полностью, группировка Крымско-Херсонская левобережная, они окажутся уже полностью, вся группировка в оперативном окружении, так называемом. Мы будем контролировать все дороги и логистические цепочки, которые, я думаю, следующие за правобережье, будет движение наших войск вот по окружению и сначала по перерезанию сухопутного коридора, выходу на Азовское море, в районе Мелитополя, может быть, даже в районе Мариуполя, из-под, а дальше уже оккупирование и уничтожение Крымско-Херсонской левобережной группировки. Вот вы сказали о том, что в связи с отступлением российской армии из правого берега Херсонщины для вооруженных сил Украины открывается возможность огневого поражения, в том числе транспортных узлов, дорог, которые ведут из Крыма и по которым поставлялось вооружение российским оккупационным войскам. Как они после этого будут перестраивать свою логистику, как вы думаете? У них было три
так сказать, направления и дороги по поставкам. Одна была из Крыма через Перекоп, вторая через Чангар и третий сухопутный коридор. Но сухопутный коридор, так называемый, из-под Ростова в район Мелитополя, проходил по двум направлениям. Одно направление – это Ростов, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и дальше район Каховки. А второе направление сухопутного коридора – это железнодорожная ветка, которая шла из-под Волновахи и дальше в сторону Токмака. Вот именно это движение наших войск из-под Угледара на Волноваху вызвало сопротивление россиян, кстати, в районе Павловки. Они купируют наши движения, ну, по крайней мере, пока пытаются купировать. Там несколько десятков километров до Волновахи, и мы можем перерезать эту железнодорожную артерию. Потому россияне будут, в зависимости от того, от наших действий, от нашего огневого поражения, будут использовать одно из этих трех направлений, либо одну из этих четырех веток. Скажите, а как насчет Черноморского флота? Меня очень вот интересует, есть ли возможность использовать его? Они используют Черноморский флот в основном только для того, чтобы работать ракетами «Калибр» по Украине. Сейчас, кстати, два корабля вышло в море, носители ракет, то есть где-то общим залпом до 16 ракет. Но это не факт, что они несут ракеты, то есть это тубусы для пуска ракет. Есть ли ракеты сами на борту, это вопрос. Но, тем не менее, начинают россияне уже в последнее время выводить в Черное море носители калибров. Несколько недель они этого не делали. Черноморский флот никак не будет использован глобально. Это, в принципе, посудины, которые зажаты в луже Черного моря. И после того, как у нас появились и гарпуны, и хармы, и наши нептуны очень хорошо работают, особенно по крейсеру «Москва», он может рассказать, дна Черного моря. Российский флот практически обездвижен и не несет какой-то более чем ракеты «Калибр» какой-то другой опасности для Украины. А как вы думаете, какие маневры в дальнейшем может совершить российская армия? Какая у нее может быть стратегия? Скорее всего, эта группировка, которая сейчас вышла справа на левый берег, усилит определенные направление в районе Запорожского фронта, но основная часть, скорее всего, пойдет в сторону Донбасса, так как Путин поставил задачу перед вооруженными силами России взять Донецкую область полностью, то есть усилиться давление на нашу группировку оборонительную, которая ведет оборонительные бои от Угледара до Бахмута. Ну, это планируемый и самый оптимальный вариант для решения военных задач российской армии. Роман, мы сегодня говорили с коллегой о том, что, например, Виталий Ким, глава Николаевской областной администрации, призывает пока не возвращаться в деоккупированные населенные пункты, да, потому что еще очень опасно, еще очень много работы. Тут вопрос точно так же состоит и с Херсоном. Не окажется ли Херсон под ударами российской группировки с левого берега? Под постоянными, окажется. Я бы сказала, беспрерывными. Он уже оказался, то есть так как россияне отошли на левый берег, разница там несколько десятков километров, в некоторых местах меньше. То есть это как раз армейская артиллерия может доставать до Херсона. Примерно проблемы у Херсона сейчас такие же, как в свое время были проблемы у Николаева. Но еще раз повторюсь, правый берег выше. Украинская артиллерия выйдет на контрбатарейную борьбу и начнет подавлять точки противника. Авиация с ракетами «Харм» сначала выжжет или по левому берегу. Наша украинская авиация выжжет противовоздушную оборону, и дальше авиация будет также работать по точкам пуска ракетам. Кстати, будут ракеты С-300, тоже опасные, то есть будут работать по точкам пуска ракет, будут работать по самим системам С-300, которые используются для этого пуска. И, в принципе, примерно то положение в небе, которое было на правом берегу,
оно сместится и на левый, и мы постараемся прикрыть, отодвинуть точки поражения, средства поражения противника от в районе Херсона на глубину где-то около 30-40 километров, для того, чтобы они не могли массированно, по крайней мере, работать по Херсону. Роман, все пытается подсчитать, сколько же осталось ракет у российских оккупационных войск. Была разная информация о том, что сокращается количество ракет типа С-300. Вы можете как-то это прокомментировать? С-300 ракет очень много, их было выпущено более 5-7 тысяч штук. То есть, в принципе, можно говорить о том, что С-300 еще тысячи штук у россиян есть. Вопрос сколько, их... Роман? Не услышал. Тысячи? 5-7 тысяч штук их было выпущено, и их еще тысячи есть точно у россиян. Вопрос, в каком они состоянии. Дело в том, что это ракеты, которые были сначала выведены из эксплуатации и сняты с боевого дежурства. И эти ракеты, на них не проводились определенные технические мероприятия, которые должны проводиться на такого рода оборудовании. Потому не факт, что все ракеты в исправном состоянии, тем более мы видели, как эти ракеты, одна из трех просто возвращается на место пуска, либо не срабатывают определенные рули, либо падают в районе Токмака, точки пуска ракет, усеянные ракетами и взорвавшимися, и не взорвавшимися С-300. Потому можно говорить о том, что ну, как минимум две трети ракет у них еще может быть в рабочем состоянии, а это тысячи ракет. То есть С-300 у них действительно много. Роман, а как вы считаете, как на положение дел на фронте российских оккупационных войск может повлиять тот факт, что Россия закупает вооружение у Ирана? Вот мы знаем о дронах «Камикадзе». Николай Патрушев, секретарь Совбеза Российской Федерации, на днях самолично летал в Тегеран для того, чтобы договариваться о продаже Ираном России баллистических ракет. Как это может повлиять на силы российских оккупационных войск? Шахеды 136, мы их сбили несколько сотен штук, более 300 штук сбито. Всего их была партия поставлена чуть больше 400. То есть мы уже научились справляться с шахедами, тем более понятен сам алгоритм по их уничтожению и шахедов. И в принципе он такой же будет, и если дадут россияне и Араши вторые, о которых также разведка докладывала. Те ракеты, о которых также есть информация в СМИ, они еще не переданы. Есть определенные задержки. Я уже понимаю, что и это такого уровня задержки, они уже связаны с давлением мирового сообщества на сам Иран, на передачу такого рода оборудования. Потому еще под вопросом, будут ли эти ракеты переданы Ирану, потому Патрушев и поехал продвигать это направление. Сами по себе ракеты, это баллистические ракеты типа «Искандер». «Искандеров» мы несколько сотен приняли на себя от россиян, то есть мы знаем, что это за оружие. Но опять, количество ракет не будет такой, не могут, у Ирана их просто нет в том количестве, которое бы принесло непоправимый вред Украине. То есть если передадут, допустим, сотню, полторы, две ракет, это максимум, что могут иранцы передать России. Но там вопросы с пусковыми установками. Их очень мало. То есть если полтора-два десятка пусковых установок передадут с этими сотнями ракет, это максимум, что может получить Россия. Потому у наших вооруженных сил будет стоять задача уничтожения пусковых установок на территории Белоруссии или России, где они будут их устанавливать. Ну, естественно, уничтожение самих ракет уже по баллисте. Это очень сложно, но тем не менее возможно. Особенно новыми комплексами, которые сейчас уже будут заходить в Украину. Это комплексы итальяно-французские «Сэмп-Ти». И эти комплексы, они работают как раз против баллистических ракет довольно-таки успешно на дальность 35 километров от точки пуска, на высоту до 25 километров. Это такой зонтик, который может система прикрыть, в принципе, любой объект. Несколько десятков таких установок решат вопрос для нас и с этими баллистическими иранскими, в том числе, ракетами, и оставшиеся, там, по-моему, чуть больше сотни ракет «Искандер» именно российскими.
Эти комплексы есть у Франции, больше 40 комплексов, у Италии больше 20 комплексов. В принципе, я думаю, вопрос наше Министерство обороны и Генштаб решит. Партнеры помогут, то есть поделятся, и мы, в принципе, прикроемся еще и от баллистических ракет в том числе. Роман, вот последние недели витает неподтвержденная информация о том, что КНДР якобы поставляет России военную помощь. Что вы можете сказать об этом? Поставляет ли и что это за военная помощь? Потому что мы понимаем, что она может быть разной. Это может быть военная форма, а могут быть и ракеты. Это может быть снаряды. Дело в том, что у КНДР есть определенные калибры, которые подходят и к советскому вооружению. У КНДР также есть еще старое советское вооружение. То есть переброска снарядов действительно возможна со стороны КНДР. Она опасна. Только она опасна. То есть пошитие формы и сопутствующие какие-то военные товары, они не так опасны, как именно боеприпасы. Так как россияне у белорусов уже практически все боеприпасы выгребли, количество боеприпасов в сутки около 20 тысяч снарядов выпускает Россия в сутки. То есть, в принципе, они могут брать и из Северной Кореи. Но дело в том, что Северная Корея без разрешения Китая не даст эти боеприпасы. И сейчас на G20, я думаю, также будут вопросы подняты эти и перед Китаем. В том числе, скорее всего, это движение из Северной Кореи в сторону России какого-то летального оружия, оно будет перекрыто, так как Китай уже, наверное, не хочет попасть под вторичные санкции из-за снабжения государства-террориста, которым является Россия, средствами поражения. Роман, а вот того вооружения, которое осталось в России, насколько хватит для сдерживания ВСУ? Да, потому что вот британская разведка говорит, что российские войска пытаются задержать, уже не остановить украинское контрнаступление, а задержать. Насколько успешным со стороны российских войск может быть эта задержка? У России вооружений много. На хранении старого советского оружия там хватит еще не на одну войну. И проблема в том, чтобы поставить его в строй. А вот поставить в строй они уже просто не успевают по определенным временным лагам, так как то количество вооружений, которое мы уничтожили в этой войне, в этом году, и то количество вооружений, которое мы поставили себе на боевое дежурство, отобрав его у России, оно не дает России где-то полгода выполнять боевые задачи выправы. Не то, что по наступлению или по остановке, а даже по сдерживанию. Поставить в строй то вооружение, которое есть у них, старое советское, они могут как не быстрее, чем за полгода. То есть только к весне можно говорить о каких-то определенных количествах, которые могут помочь России выполнить задачу даже просто остановки наступления украинских войск. Потому у нас всего лага до весны. Они сейчас включили все свои заводы от Уралвагонзавода до нескольких еще десятков сопутствующих предприятий. Работают в три смены. Идет и восстановление старого вооружения советского, и производство нового. Но так как они находятся под санкционным давлением, потому новое вооружение, естественно, будут, то есть новое вооружение будет воспроизводиться в 2-3 раза медленнее, чем это было до войны, до санкций. Но, тем не менее, к весне они смогут восстановить свой баланс по вооружению, и дальше уже будет, конечно, у нас проблема, они смогут его использовать. А скажите, а как у них получится обновить это вооружение? Я просто почему спрашиваю, потому что санкции Евросоюза, санкции Запада, они же изначально в первую очередь были направлены на военно-промышленный комплекс Российской Федерации, который напрямую зависит от поставок электроники, которую используют в производстве ракет. Ну, не только электроники, в основном это элементная база, это оптика, это определенные схемы, микрочипы,
это тяжелые подшипники у России, они просто они не могут их и выполнять не могут, то есть не производят тяжелых подшипников, которые нужны для, допустим, для тех же танков. Потому Россия действительно за, сейчас под санкционным давлением, она, еще раз повторюсь, 2-3 раза уменьшила производство новых видов вооружений, которые они в последнее время разработали. Но у них остается старые, то есть они просто из, грубо из двух танков делают один, но он выполняет боевую задачу, пусть без, иногда без активной брони, без оптики, той, которая была, без французской оптики, или, допустим, без инфракрасных датчиков, но, тем не менее, это все-таки оружие, и количество этого оружия иногда переходит в качество. Потому именно вот я об этом говорю, что где-то к весне они запустят вот этот конвейер по восстановлению, не производству, а восстановлению старого советского оружия уже в тех количествах, которые будут представлять для нас опасность. Ну, я думаю, до весны мы вопрос с уничтожением российской армии на нашей территории, либо выдворением ее из Украины, закончим. И дальше надо вступить в НАТО, прикрыться натовским зонтиком и уже забыть о проблеме с российской армией. Роман, напоследок, вот на фоне вот этих всех новостей очень сейчас много звучит заявлений из России о том, что мы вот готовы к переговорам. Вот Захарова вчера тоже почему-то сказала, вот мы в сложившихся обстоятельствах готовы к переговорам. Вы верите в желание российских властей договариваться? Или это просто попытка сделать паузу, придержать время, чтобы подготовиться для нового удара? Российские власти мечтают договориться. То есть это их сейчас голубая мечта договориться на тех условиях и на тех территориях, на которых они сейчас стоят. То есть программа максимум Путина в этой войне была это создание сухопутного коридора. То есть Крым, Донбасс, Луганская, Донецкая области в полном составе сухопутный коридор в Крым и сам Крым. То есть он на данный момент программу свою максимум чуть не довыполнил. То есть остался еще вопрос по дальнейшей оккупации Донецкой области. То есть где-то около 40% Донецкой области им еще по военным планам предстоит взять. Кстати, этому может помочь вот эта группировка с правого берега, которая сейчас будет переходить на левый. Это программа максимум для Путина. Еще раз повторюсь, Крым, сухопутный коридор и Донецкая, Луганская область. Есть программа минимум, это просто Донецкая, Луганская область и Крым. То есть с этой задачей он входил в эту кампанию этого года. Потому россияне сейчас мечтают начать договариваться на вот этих условиях. Они остаются на этих территориях и могут прекратить какие-то действия на определенное время, пока не восстановят свой боевой потенциал, не восстановят армию, не учтут те вопросы и те проблемы, с которыми они столкнулись в этой кампании, и не начнут в следующем году следующую кампанию. То есть им надо полгода перезарядиться, именно об этом я и говорил. На весну они выходят опять с полным боевым потенциалом, и дальше начнут движение с левого берега, дальше опять на правый, на Одессу и на Приднестровье. То есть задача отрезать Украину как минимум от Черного моря, от портов. Никто ее не снимал, они ее будут решать. Просто у них не хватает полгода. Им надо на полгода остановить боевые действия, чтобы перезарядиться. Роман, спасибо большое за ваш анализ и за то, что нашли время с утра с нами пообщаться. Это был Роман Цветан, летчик, инструктор, полковник запаса ВСУ. Мы с ним поговорили о том, что происходит на Херсонщине, что вообще происходит сейчас на фронте и какое будущее ждет российские вооружения и когда ждать возможного наступления российской армии. Спасибо.